В Алматы появятся 6 новых парков. Они расположатся в Алатауском, Жетысузском, Наурузбайском и Турксибском районах города. Сейчас специалисты разрабатывают проекты строительства, а также реконструируют действующие места отдыха. О том, как преобразят мегаполис, сегодня рассказали во время специального пресс-тура. Ануар Амангельдинов продолжит тему. С приходом теплых дней все больше алматинцев проводят свой досуг в парках и скверах. На сегодня в городе их насчитывается 211. Большая часть расположена в центре мегаполиса. Потому в целях устранения этой диспропорции намечено строительство новых парковых зон, отметили в управлении зеленой экономики. На сегодняшний день нашим управлением разрабатывается 17 проектно-сметных документаций. Из них 6 проектов – это новые парки. Надеюсь, что на следующий год у нас появится уже новые 6 парков. Это основное расположено окраине района. Это Алатауском районе, районе Наурузбайском, Жетысузском и Турксибском районе. Появится новая парковая зона и по улице Байсейтовой. Территорию планируют разделить на 2. Одна из них будет предназначена для активного отдыха, где возведут скейт-площадку и создадут спортивные зоны. По словам специалистов, реконструкция объекта придаст новый необычайный облик этому месту. Также реконструкцию проведут в сквере Северный. Это одно из самых излюбленных мест студентов, так как неподалеку находится КБТУ. Всего ремонт здесь не проводился более 10 лет. За это время в этом сквере значительно испортилась брусчатка и плитка. Необходим ремонт фонтана, систем освещения и полива. Планируется установка новых урн, скамеек, а также уборных. Грядущие изменения только порадовали горожан. Это мой любимый парк из всех. Вообще, мы слышали, то, что здесь будут все менять. Это, мне кажется, очень хорошая идея. Каждый день в обеденное время прихожу сюда и сижу, отдыхаю от работы. По парку люблю гулять. Если сделают реконструкцию, мне кажется, это будет очень даже хорошо. Для молодежи, для пожилого населения. До конца лета в Алматы планируют реализовать 3 проекта. Один из крупнейших – это завершение строительства парка Желтоксан. Его открытие запланировано на август. Ануар Амангельдинов, Жақсылық Төлепберген, телеканал «Алматы».